Вот свинья, я типа новичок такой, блядь. А я говорю, да, и пока я патроны, блядь, пытался зарядить, он подошел, монтировка меня по голове выебал. Вот надо упреждающих пиздить и все. Пидор, блядь. По ногам, нахуй. Пидор, блядь. Так, Ваня, ты говоришь, где ты там появился? Ну, как я понимаю, это недалеко от Светлоярска, и это на острове. Я вот сейчас пытаюсь перелезть к вам. Сейчас, Петя, ты, короче, да, появишься скоро? Да я делаю респаун, нахуй, даже не буду ждать, что там, блядь. Ну, да, конечно. Почему? Если он тебя просто вырубил, он думает, может, ты убил. Убил тебя, вернее. Может, ты сейчас встанешь, да, и дашь ему пизды. У меня так, да, пошел он нахуй. Меня рубанули, а я встал, и... Правда, он тоже уже успел уйти, но я встал, и нормально. Блядь, а как микрофон выключить? У меня постоянно горит микрофон. Что за хуйня? Два раза, тыкни, два раза, быстро. Да уже и два раза, и три раза. Ой, блядь, ребята. Я не знаю, может это то, а может это не то место. Короче, я поплыл. Блин, попробуй, короче, прошло. Утонуть сразу же, Вань. Да не, а зачем? Чтобы уже ром не мучить. И там, где надо, окажется, круто же будет. Нет, острова у нас идут по низу. Вот Тулга, Камышово, вот остров. А по правой стороне, куда надо, там нету островов. А, понятно, ну ладно. Так что ты очень далеко. Ну сейчас, в принципе, Петя где-то там появится. Вот скотина, блядь, а. Подлая крыса, блядь. Че, резаешься? Ну, я уже где-то резнулся. А, понятно. Я все, блядь, про тот случай, нахуй. Уж каким надо быть полупокером. Ну, в розовом дождевичке, в принципе, это уже должно было меня напрячь, но. Угу. В красненьком. В розовом, блядь. Именно в розовом, сука. Вообще уже надо было, чтобы тебя напрягло это. Да, а в итоге напрягло тебя кое-что другое. Ну, пиздец, монтировка по голове меня напрягла, блядь. Вижу, ёбки. Такой главный, а, ну нормально, типа, 600 часов. Помнишь? Ну, понятно. Пок. Да, ну, да, да. Понятно. Даже хуйня. Суки. Суки. Не-не, я сейчас больше теперь вообще никого спрашивать нахуй не буду. Сразу буду лупить. По губам, нахуй. Скоты, нахуй. Было вычислить его и пристрелить, нахуй. Да, ну, видишь, он меня первый. Он меня первый увидел, сука. Но он без оружия был. Потому и орал, подманил поближе, блядь. Теперь так... есть у него оружие. Да, с тремя патронами. Я им типа наебал, типа, что Макар по 9 мм, а Макар-то по 380 патрон. Ага. Ну там три пульки было у меня, блядь. Ну как раз три пульки достаточно. Это для других целей. Ну, тут можно по-разному использовать. Я просто с Макара даже зомбаря только в голову, если ты попадешь. Да хуй знает, Дим. Ну хотя да. Ну вот P1, который 9 миллиметров, да. Я с одного выстрела завалил там чувак. Ну я тоже. 9 миллиметров нормально, все, 380, понимаешь. Его ништяк на автоматик. На автоматик, на пистолетик. На скорпион вот хорошо, со скорпионом. А, блин, пули быстро кончаются у автомата. Ну, а чё, зато надёжненько все. Пули. Ну и свистят. Сейчас я посмотрю, где. Ну, походу, да, не пишите, походу, внизу. Да, да. Только не пытайся покончить жизнь через самоутопление. Это будет долго, блин. А ты где, Петя? А я вот пытаюсь понять, где появился. Я тоже в какой-то, блин, большой деревне сейчас вот бегаю. Ой, блядь. Ищу табличку. Знаете, когда бежите в электро...
и там такая куча зомби валяется, я помню. А, ну да, тебе, кстати, да, надо сейчас справа бежать, это не в Электро, это ты достаточно рядом. Это ты в Камышово. Ну, а Камышово это недалеко от Электро, это предпоследний, собственно, город от Электро. Ну, как бы, Камышово по правой стороне идет, ну, наверх, куда и надо бежать. Ну, и только это долго будет. Это долго, Камышово, Солнечный, Нижний. Там, там тоже, кстати, это зомбики лазят, так что посмотрим. А, я похоже в Солнечном. О, так это ты рядом как раз со мной. Так вот я и говорю, может не подыхать, а вдвоем до, ну, с подручней добежать бы. Пока вот они, а я побегу. Да, ты, Ваня, должен по правую сторону, чтобы у тебя вода была, должен бежать наверх. Да, да, карту Дейзи я уже, блядь, знаю лучше, чем карту Москвы. Вот Нижнее налево 2 километра, Камышово направо 3 километра. Это я где? Это в Солнечном. Это ты между ними. Это Солнечный, верно. Вон, сейчас найду, там, найду табличку сейчас. Че там, типа дождь пошел или что? Ветер вот этот такой. Ветер, круговой, ветер. Да, Это ветер так листья треплет. Я тоже несколько раз думал, что это дождь. Это не дождь, нахуй. Ветер нервы трепет. Долина 2 километра направо. Тяпкой настоишь, рычишь, нахуй, пенсионер. Ага, долина, да, это ты в Солнечном. Ну, на самом деле, нам бежать опасненько вот так, потому что это самая главная улица, считаю, это надо. Если бежать... Ну, если, если бежать рядом с водой, то нормально, ты все пробегаешь. Да, дождусь. Конечно, он раз... пока я пропал его из зомбаков тут вот, нашел тяпку. Отлично. Я как Зима. Ты их лутай только. Обязательно, обязательно. Да. Вот меня еще и бесит, что же какой зомбак, а сука, стой. И мне вместо тяпки бы какой-нибудь нормальный ножик, потому что даже на бинты тряпки распустить не могу. Ну я сейчас тебе принесу, если что, я нашел тесак для мяса. Вот тесак тоже за спину вешается, и вроде ничего, так зомбарей тоже мочит. Бля, тяпка хорошо, в трех ударов, и тяпка длинная. Близко подходить не надо. А вилы? Вилы тыкают меня... тоже хорошо, вилы тыкают. Знаете, кстати, анекдот, чем отличается грузовик, набитый дохлыми нигерами, от грузовика, набитого арбузами? Чем? Нет. Ну, арбузы вы вряд ли будете вилами разгружать. Ага. Типа того, бля. Нигеры, нигеры. Да. Иди сюда, моя красотулечка. Ах ты, сука, ударила меня. Бля, ударил, да? Закровил. Агрессивный, но. Я закровил. Да баба, ёб. Видать, обиделась на что-то. Ну, какой-то козел ее обидел, теперь вот она всем по жизни ходит и мстит, бля. Ну да. Обиженная. Бедненько. Обиженная, ну. Ладно, я ее тяпку успокоил, все. Это, наверное, Фемка была. Фемка. Ну тут еще одна ее подруга, но я ее первый увидел и решил сразу обидеть меня, чтобы. Если бы эти зомби разговаривали, они бы сказали, что ты членомразь. Да. Членомразь. Да, конец. А это у них классическое ругательство такое, типа. Мужиков, да. Этот яйценосец там членомразь. Яйценосец членомразь. Да. Иногда могут вместе до комбо употреблять. Вау, я красные кроссовки нашел, надо срочно переодеть. Ваня, если видишь модного чувака в синей рубашке и красных кроссовках, это явно. Блять, не спутать бы с красными мокасинами, а то я сразу зарублю нахуй. Лоботонами нахуй. Лоботонами, блядь. Тут есть еще черные, но они подзадроченные, а красные новые. Поэтому я сделал свой выбор в пользу красных. О, короче, Солнечный 1 километр. О! Шикарно. Шикарно 3000. Я тут как раз зачищаю территорию.
наловчился орудовать тяпкой, так что пенсионную реформу пенсионерам с одного удара приношу, блин. Нихуя ты там решаешь вопрос. Повышаешь пенсионный возраст радикально. Уменьшаю, блин. Я наоборот, как бы это там, ну. Вы ждали там счастливой пенсии, все такое, вы дождались, я пришел, блин. Больше не будет боли, страданий, унижений, блин, стояния в очередях. Все это в прошлом. Да. Надо на вооружение нашему правительству нету. Да я думаю, что это опасно им такие стримы смотреть, а то точно возьмут на вооружение. Бейтесь насмерть за пенсию. Автоматическая тяпка. Типа, ну это, ну тогда надо, чтобы они сначала проверяли, этот пенсионер уже конченый зомбак или еще живой, блин. Победителю индексация пенсии, короче. Ага, блин. Так, ну что-то я пенсов уже перевалил достаточно. А, профита мне от этого никакого. Вот, вот почему реформы в сторону пенсионеров не работают. Потому что валишь этих пенсионеров, валишь, а толку никакого. Ну, блядь, это уже понятно теперь, почему они возраст, собственно, пенсионный пытаются повысить. Потому что он, блядь, пенсионер, а он такие резвые, еще и пиздится. Они не говорил. Силах. Можешь пиздиться, можешь и работать. Не-не, можешь ходить, значит, можешь и работать. Кто-то бегает. И вопрос, или это я бегу, или это я еще кого-то слышу. Возможно, меня, хотя у меня очень тихо звуки, я микрофон же подключил, записываю. Ну да, и у меня тоже очень тихо. Значит, там кто-то бегает. Готовься. Так, я в солнечном вижу надпись. Выхожу к дороге с хлебом, солью, там, со всеми делами. А ты тоже в солнечном, что ли? Да. Да, да. А, ну все, заебись. Так, я надпись солнечный пересек, и я около оранжевого домика. Там, где бочки такие, типа, буду на поле. А, подожди, тогда какая-то проблема, потому что я прям на дороге. Ну, я... Как раз тут какого-то колхозника окучиваю. Тут мостик. Мостик? А, солнечный. Ты на выезде солнечный. Я с другой стороны. Да. Там заправочка. А ну, я не знаю, я отсюда не вижу. Ну, давай, беги по центральной улочке. За мостом чуть дальше заправка, я прекрасно эти места, там еще машина спалнится. Да, да, красная стоит. Не, нет, я имею в виду спалнится, в смысле иногда появляется машина, которую можно починить. Угу. Иду тебе навстречу. Сейчас. Давай. Я тут под забором буду сидеть. Тут. Блядь, это по что телефону за... пока потрещу. Это телефон, блядь. Затупливать ничего не будет. Ебаные обновления. Не сломалось, не чини. Нихуя не обновляет, чтобы потом тупило. Да пиздец, лучше бы что-нибудь добавили, чем вот эти всякие травы, хуявы, блядь, всякой хуйней мается, блядь. Да, да. Кстати, я видел там на форуме кто-то выложил картинку, типа, чем-то там хвастался лутом или чем, я не помню. Его захуесосили, что он траву как-то отключил. Нарвался. А, да? Да, нарвался на проблемы, чувак, ну да. Он там что-то... Ну, это... Ему говорят, ты что, сука, траву отключил? Он такой, да нет, типа, это скриншот такой, короче, мазаться стал. Его там, ну, сказали, что админ позвал его в личку там, типа, разбираться. Угу. Так что, да. Ну, потому что это пиздец, прикинь, без травы. Это то же самое, как меня тогда, помнишь, в траве, блядь, и тебя захуячили, блядь. Да, да, да. Да я Пуля отключил, и тебя видно. Я еще помню тот случай просто, блядь, эталонный, когда мы, помнишь, 3 часа сидели втроем, мы потом Петя еще наводчиками поработали, он тех петухов убил, а потом тебя, блядь, убили просто в елках, просто внезапно. Ага. Ты не двигался, вот это не стрелял, ничего не было. В той серии. Вычислили, блядь. Так, ну что, где ты, Вань? Да я тут дома пока лутаю. Выбегаю, короче, к тому месту, где ты стоишь. Дело в том, что я уже полсолнечного лутанул, а, есть ли смысл. Я выхожу на дорогу. Единственное, нужен какой-нибудь ножик, вот. Есть у меня нож и для тебя, и для себя, честно. Отлично.
сможем сделать красивый групповой суицидник. Да? Я бегу тебе навстречу, собственно. А какой будем делать? Друг друга или каждый себя? На брудершафт, блин. На брудершафт, да. Нет, на брудершафт тоже можно друг друга, либо все равно себя. Короче, мозги не ебите, нахуй, давайте бегите уже, блин. Бля, вопрос. Заебался ждать, нахуй. Сейчас, блин, я тут уже всех зомбаков перехуярил. Так, я около моста. Твою мать, а ты как бежал-то, блин? Не по дороге, что ли? Че, возвращаюсь обратно. Вижу, зомби лежит как... по дороге. Да у меня тут вся дорога, весь путь за мной услан зомби. Видишь меня? Да, вижу. Отлично. Наконец-то, блин. Да. И вот она встреча на Эльбе, блин. За тобой зомбак бежит, сзади. Все, убегайте от него, Петя, убегайте. Ладно, начнете кровить, блин. Конечно. Конечно. Вот так вот, хоп, обходной маневр. Опа, и удар тяпкой. О, я его подранил. Есть. Казнили петуха. Так, только я кровоточу. Давай мне сразу ножик, я кровоточу. Держи. Отлично, спасибо. Пожалуйста. О, вот после удара зомби я становлюсь как-то, я блондином таким седым стал, да? Ну, не сказал. А, да, кстати. Нихуя ты. Нет, ты брюнетом седым стал. То есть у тебя волосня темная, но при этом у тебя какая-то бледная хуйня появилась, типа пряди. Ага. А с чем это связано? Я хуй знает, уже не первый раз такая тема. Прикольно. Так, тяпку я пока выкидывать не буду. Все-таки оружие дальнего боя, блядь. Охуенно дальнего. Ну, не охуенно, но дальнего. Так, что, бежим туда, навстречу к Диме? Я предлагаю все-таки бежать вдоль дороги, потому что, ну, тут дома и так далее. Я их все уже лутанул. Нет, насчет этих ладно, но следующий будет. Да, я предлагаю вообще яблоню найти. Она будет. Вот, по-моему. Вот она, по-моему. И там рядом зомбак, аккуратно. Я беру на себя зомбака, ты бери на себя яблоню. Понял. Сука, я опять закровил, блядь. Да что ты будешь делать с этими зомбами, блядь? Нихуя ты там, словно девочка с кровотечением. Ага. С кровотечением. Это херовая яблоня, здесь не упереться. А, не, ну, блядь. Ну что, уперся? Не знаю. Проверим. О, так ты еще и тёлка, блин. Да. Ты не башкой маши, а я яблоки собираю. За красивые глаза тут никто вот понеслась. Да, сейчас нам. Да там просто я проскакивал между забором, и это яблоко не бучи. О. Пошло. Типа худенькая, стройная. Да, жопа прикольная, да? Давай, яблоки херачь. Чё-то ты мало нахерачил. А я какого-то хера их жрать начал. Ну, потому что оно у тебя в руке, блин, да, и получилось так, что ты F-ку нажал. Ну, похоже на то. Не, я средним колесиком жмакал. Ну, один хер. Слушай, то есть вот я, когда ты смотришь, у меня в меню я вижу, я такой бледный стал. А ты и так снаружи видишь, что я бледный, да? Да, а ты бледный. Ну, такой, какой. Как будто ты каким-то хуйней какой-то намазал волосню себе. Пудры присыпали. Ну, типа, да, какая-то херня нездоровая. Так и зрачки белые такие. Не, зрачки нормы. У меня тут в менюшке они белые. Да ебал я. Мне, в принципе, еще одно яблоко, я могу бежать. Скушай, он сам еще одно, что у тебя гидрат этот загорелся там. Да, в свое время я просто нашел эту поилку, напился, поэтому у меня гидратит и обжорство, но у меня нету энерджайзера. Ну, в принципе, плохо. Угу. Потому что я предлагаю стартовать. Я сейчас энерджайзер уже не смогу получить, потому что я пережрал. Здравствуйте, вы верите в Бога? Нет. А он в вас верит. Как вы думаете, почему с хорошими людьми случилось? О, грядку кто-то сделал. Слышишь? Ого. Только что не было. Конечно, это кого он сделал? Грядку. Грядку. А может, это конечно, ты сделал грядку, пока зомби пили?
Промазал, сделал грядку. Ну, да. Как в Варкрафте, ну там рыцари смерти, у них раньше была такая ротация, что в принципе любую кнопку жми, похуй. И там был анекдот, типа, бабушка протирала клавиатуру и случайно взяла на арене 2200. Здесь прочекивал? Да нет, мы вот сейчас с тобой только первый раз до сюда добежали. Вот, собственно, я про эту говорил хуйню. Ну, я понял, понял. О, баллонник, отлично. А я нашел ремонт, набор для ремонта кожаных вещей. О, отлично. Наконец-то Warnock. Кожаный меч свой починил. Угу. Да, да. Давай подлатаем писюльку, нахуй. Ну, и кожаный мячик для этого. А кожаная только, блядь, чинит и, по-моему, броники и рюкзаки, и все, больше ничего не чинит. Ботинки. Ботинки? Интересно. Перчатки чинит, по-моему. По-моему, как бы нужно и что-то. Кобуру чинит. Ну, это, правда, нахуй не нужно никому. Но чинит. По-моему, стиль игры немножко поменялся. Вот это вот добежать до военки, блин, залутаться автоматами, как-то это уже, ну, не то. А что не то? Мы сейчас так и сделаем. Что-то меняется, но что-то неизменно. Да, как классик, блин. А что не то? Мы сейчас так и сделаем. Да, я уже. Нет, Диман такой, да я уж на вагинке лежу вообще-то. Да я позже добежал бы, ну блин. Ты беги, дарься автоматами за нами. Так, Вань, ты там особо так не разгоняйся, а то я тебя почти из виду потерял. А давай, жду. Давайте, вы от Солнечного что, уже до Нижнего добежали, нет? Почти. Ну, мы бежим к Нижнему, мы уже пробегаем эту самую, такую хуйню типа завода. Промзону. Промзону, да. Угу, потом будет Березина. Березина поаккуратнее. Конечно. Слышь, давай промзону тоже чекнем, там может зеленые будки будут. Так, или, чуть-чуть покрасить. Или рюкзаки, или рюкзаки. Да. Да, вот Березина и Нижняя, там мало лута, надо наверх бежать. Наверху все есть. Ну, это понятно. Тут везде мало лута, потому что здесь респа и здесь все собирают. Плюс здесь, в принципе, мало лута, потому что это такая зона. Помните, мы карту видели? Ну. Сами, да, знаете, то, что чё, это как в Черной Поляне, там рюкзаки, стволы, вся хуйня там, блядь, есть. На первое время хватит. Ну, тем более у меня уже два рюкзака, один рюкзак в руке. Нихуя ты. Ну. Так, Вань, ладно, давай углубляться не будем, пошли вот сейчас правее. Давай. Давай, безводных процедур. Да. Я как раз проверил, вот, я же тут... Слушай, а вот это, вот эта тропинка, вот смотри, тропинка, вот куда эта тропинка? Мы по ней не срежем случайно? Вот. Давай посмотрим, ну вообще... Нет, ты беги... Прямо нет. Вы бегите рядом лучше с морем. Лучше побежали вдоль дороги, а то мы там еще на волков срежем на каких-нибудь. Да. Не, здесь волков нету, но мы здесь не срежем. Потому что дело в том, что нам нужно строго на север, а самое прямое это как раз вдоль асфальта бежать. Да. Ну, а дорога эта, по-моему, ведет, если я не ошибаюсь, к руднику. Тут рудник есть недалеко. Да, внутрь нельзя залезть, к сожалению. Ну они же там что-то тоже обещали некоторые вещи пооткрывать там. Да ебать, давно пора. Метро пусть тут сделают, туннели охуенно. Вы видели, кстати, мост сделали, который железнодорожный? Вот помните эту свалку автомобилей, которая за Светлоярск, там еще три палатки стоят. Да, да, сделали мост и убрали там зелененький домик этот. Нет, дом остался, если ты про тот дом, который около свалки. Зелененькая будка, зеленая будка охранников. Будку охранников убрали. Понял. Ту, наверное, убрали. А мост сделали, да. Только нахуй нужен, я не понимаю. В игре мостов, что ли, мало? Ну, я думаю, может, с него спрыгивать можно теперь. Не, ну, это понятно, но, блядь, что-нибудь поинтереснее бы придумать. Блин, я спал три часа поспал, блин. Даже меньше, 2.5. Добавили, если бы...
6%. Поезд. Что добавили? Поезд? Поезд, бы говорю, добавили хотя бы один, да? Ну хотя бы. Не, ну они же. Не, кстати, поезда-то есть, да, сделали бы их рабочими. Не, там, не, допустим, тоже. Это понятно, что они не сделают, но сделали бы они эту штуку, знаете, когда двое становятся и качают ее и едут. А, да, 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 дрезину. Да, да, да. Дрезину, да. Вот эта тема. Велики надо давно сделать, заебали, блядь. Не, а что, слышишь, ну один бы тепловоз ходил бы туда-обратно, было бы нифигово, потому что вдоль побережья, да, постоянно тут, и можно было бы прыгнуть на поезд. Не, это было бы охуенно, но это не особо реалистично, типа, а кто им управляет и так далее. Ну он тепловоз, блин, что он ходит, ток нет, по рельсам. Нет, нет, управляли бы тоже бы чуваки бы, хули там, похуй, кто завоевал поезд. О, Ваня, я кого-то увидел. Ваня, тут чувак бегает с ружьем, тише, вот он. Тише. Тихо, аккуратно, забежал. Это я, нахуй, если ты про то, что в сарай залез. Слышишь, кожаной куртки с зеленым рюкзаком и с ружьем. Вон он на меня целится, тварь. Ваня, обходи его. Здорово, ковбой. Говори ему сразу, побежали с нами. Угу. Так, а относительно железной дороги это все где? Он меня спрашивает, ты кто? Относительно в каком смысле кто? А, желтый дом такой, желтый дом слева. Вот, стой, вот я тебя вижу, Ваня, вот он здесь, вот, направо сейчас, вот он. Я вижу. Вот он. Пиздись, не поговорить, пиздись, может, у тебя патроны есть, там, не знаю, я пустой. Ты мне их только по одному через ружье не выдавай, а так как-нибудь, там, не знаю. Я ему 2 раза выебал по башке баллонником, но он, сука, не упал. Я вижу, я бегу за вами. Ваня, вот он. Вон он. У вон него, он. Походу, пуль нет. Ага. А, давай. Сука, лошара, нахуй. Он топор взял. Ах ты, сука, он попал по мне. А я по нему. Кружи, Петя. Возьми тоже ляг. Петь, ты, короче, перечинись, наверное. На, я попал по нему. Вот это экшен. Че, ты ебашь или нету? Я попал. Да, да, да. Я попал по нему 2 раза опять. А че он там, сука, невздыхаемый, блядь, ебаный в рот. Да хуево, блядь. Так, нахуй баллонник, беру топор. Да давно пора, нам. Мне перевязаться надо, ебаный в рот, блядь. Я просто перевязываюсь. Не теряй его из виду, я бегу сейчас за вами, сейчас заканчиваю перевязку. Вот это я понимаю. А ты беги. Возвращайся, блядь. Петя, к Ване беги. И либо он убегает. Он убегает. А, нахуй. Он стрельнул по мне, он меня убил. Да как? Да ну нахуй. Да, у него были патроны. А, нихуя, ты умер прям? Прям умер, он с двустволки меня в упор засадил, блядь. Пиздец, нахуй, добежали, блядь. Сука. Но экшен был прикольный. Мы вдвоем бегали кругами и мочили этого Васька. Только странно, даже от тяпки был. Ваня его баллонником несколько раз огрел, блин. Я тяпкой. Но а ему все травм. Я его режу. А, ты его догнал? Я его режу, я все это записываю, так что вы потом посмотрите его. Ты давай, добей его, будет, ну, справедливо. Согласен. Я сейчас, если рядом... 3 раза он кровит, короче. В принципе, можно так за ним побегать, он упадет, потому что, ну, кровит. Да. Не беги за ним, беги за ним. Как раз рюкзак, нахуй, все дела, ну. Да мне кажется, мы, блядь, я еще раз попал, вот эти прям шлепки. Да мне кажется, мы его заруинили, все, нахуй, что только можно. Ну, не отпускай его уже будет жалко. Да, я не отпускаю. И говорит, кто тебе, что тебе надо? Странный такой. Ты там где еще где придется? Еще раз попало по этому пидору вонючему. Ну, может, он, конечно, чтоб, хороший. Чтоб он не развернулся. Он убегает, кровящий. Я бегу за ним просто. Блин, я где-то появился, у меня почему-то все так тупит.
Сейчас подожди, перестанет. Я сейчас попал. Я уже навострился, короче, он замахивается топором, и после этого я набью. Да вот в том-то и дело, я не догадался, надо тяпку выкинуть и взять ножик. А еще раз попал. Все, он упал. Сейчас упал, я ему... отлично. Сейчас я ему контроль сделаю. Значит, этого говно зовут Грек. Грек has a strong pulse. А, ну режь ему горло, потому Греку, что. Все еще стронг. Горло. Отрежь ему голову. Прикиньте, я бью в башку все, эти, все это время. И его все еще стейдит. Знаете, я просто сейчас с него кожу сниму. Солнечный, один километр, Ваня, я рядом. Отлично, у него все еще сильный пульс, но я просто с него снимаю шкуру. Как вам это? А ты вещи снял? Бля, не снял. Да там все заруинены, поверьте мне, ребят. А портфель тоже заруиненный? Наверное. Нет, портфель, кстати, может быть и не заруиненный. Ты проверил его, портфель. Да поздно, поздно сказали. В смысле? 5 кусков мяса. Ты его... Ну, ну ты все, и все пропало. Ну да. Да, блядь, я все бил пропадает. Его по башке, чтобы он сдох, а он не сдыхал. Я тогда увидел, что у меня есть сообщение, что я могу его разделать прям живого. Я подумал, это будет забавно, ну и разделал. Ну понятно. Ты в солнечном? Сейчас увидишь меня. Я на пляже стою. Да хуй там с ним, боже мой, какая-то двустволка обоссанная и школьный рюкзак. Найдем еще лучше. О, да тем более. Вот это было очень... Ну да, это просто был экшен. Да, это был экшен. Петь, кстати, ты еще живой, между прочим, в смысле твой трупак действует. Так что... Ну как это он живой? А, ну он лежит, ты раздень его, раздень. Ты даже не лежишь, а стоишь и кровишь, прикольно. Стою и кровлю? Стоишь и кровишь, да. Отлично, овечка Долли реплицировалась успешно. Короче, у тебя заруиненное все, кроме лоскутов, ножика, который я тебе дал, и тяпка. Отлично. Ножик и лоскуты. Лоскуты тоже. Ну и вообще, рубашки все это поснимай, рубашки тоже на лоскуты пусти. Не, они, у меня места нет, к сожалению. Ну и что, хватит вам. Ты б не уходил никуда, я просто подбегу прям сейчас. Я никуда и не ухожу. Ну и все, оно ничего не исчезнет, когда я рядом. Я на дороге вышел, чтобы ты меня нашел. Ага, вот только вот яблок бы, вот если, Вань, получилось бы у тебя пособирать. Ну, давай. А то это что, у него... Плохо. Холодный, ну, голодный. Я тебе отдам все, после этого пойдем пособирать. Ты далеко, ты же сказал, ты солнечный. Вот уже солнечный пробегаю. Ну, бегу сквозь него. Ага. Бля, тебе надо чуть дальше начать. Ну да, да, мы же убежали с солнечного, мы же до промзоны добежали. Как просто бы, как бы смысл потасовки был в том, что парень просто задал смешной вопрос. Ты кто? Ты кто, блядь? Ты, вообще, то есть, ты кто ты такой, чтобы я тебе на этот вопрос отвечал? Какой у тебя вопрос? Я растерялся, а я сразу растерялся. Ты кто? Ну кто я? Я человек, землянин, кто, блядь? Я человек тяпка, нахуй, налогоплательщик, блин, продвигатель пенсионной реформы в ДЗ. Господи, бежит чувак, и за ним бежит 4 зомби. О, заебись. Я бегу за ним, и мы бежим к тебе. Это твой клиент. И мы бежим к тебе. Да, только я вообще злобу беру. Я бегу и тыкаю его ножом в спину. Узнаваемость стиль игры, блин. Офигенный стиль игры. Он прям топит, голову опустил. Это, видимо, на спринтах нигер бежит, опустив голову. Так, ну, и такое ощущение, что мы, короче, плантаторы и загоняем нигера. Слушай, а это не тот же самый Грек? Не, не знаю, мой... Нет, тот вроде белый был. Правда, если у него, как у Димана, рандомный стиль, тогда да. Ну, да. Ой, блядь, как смешно-то. Слушайте, ребят, DayZ все-таки великая игра. Расслабляет, когда не напрягает, да? Я бегу по дороге, уже заправку пробегаю. Ну, знаешь где? Мы добегаем сейчас, где вот эти большие башни промзоны. Сейчас просто я на тебя его выведу. Только я вообще без ничего. Я пиздец, такой, ну, кулаками его пизди, он дезориентирован будет, и мы его убьем. Короче, это просто пиздато. Это как бы мы волки, нет, мы собаки загоняем лесу. А зомбаки, они куда, отсеклись или что? А зомбаки это охотники, они подотстали немножко. Это, зомбаки подотстали, а там весь мой лут, ну, да, сложно сказать, что это лут, конечно. Я взял 6 тряпок, 3 твои, и нож твой взял.
А у этого рюкзака нету? Нет, у этого. Твой великий лут. Твой великий лут, твоя любимая синяя рубашка, да? Да. Да, я тебе рубашку дам. Вы вдоль дороги бежите или где? Мы бежим по дороге, да. Этот дурачок еще и зомби еще одного согрел. Мы мост пробегаем. Но не тот мост, мы следующий мост пробегаем. Короче, промзону, помнишь? Вот около промзоны такие колонны большие. Ну, я пробегаю сейчас промзону. О, по-моему, это ты, да? Или, блядь, это еще один игрок? Я пока никого не вижу. Каменные блоки поперек дороги есть? Нету. Блять, это еще один игрок.